Кружочком. Не, я не буду ждать. Я уже подождал, дождался. Смотри, смотри как. Хватит. Видала? Видала, как я могу? Давай, сейчас кунзин тебе сделаю. Я тебе сделал кунзин немножко. И я бы сам, если ты вела себя так, как я бы уж хотел тебя убежать. Не надо ногой рукой, не надо. Друзья, мы вернулись, я не знаю почему. Да харе. Я не знаю почему, в общем, Twitch отказывается принимать изменения, которые я вношу в название трансляции. Я рад, если мы вдруг захватим потом GTA 5. Мы убираем Mortal Kombat X и футбольный мяч. И футбольный мяч. Смотри, я сейчас тебя тоже отфутболю. Не надо, не надо, не надо, не надо. Так, вот. Эй, ты можешь так. Так. Окей. Нет. Не надо, надо, не надо, не надо. Не надо, надо. А кружок, что за кружок под выносом? Я вам даю 3 секунды для нас. Это по одной победе у нас сейчас, полукруг. Как только станет 2, соответственно, вы поняли. Да потому что ты мне набила, и поэтому... Тебе от жалости? Да, от жалости. Ой. Все, что? Подожди, а, да? А как это? Линкуй. Да, линкуй, это смешно. Милина тоже здорово. Кунзинь. Тут было еще что-то такое, от чего я стеганулся на самом деле по поводу перевода. Давай, погнали. Люкан, например. Рейден. Так. Ну чё, за кого играем-то теперь? За кого играем? Давай, давай, давай. Ребята! А давайте вы нам будете писать, за кого мы играем. А я? Я поиграю за Скорпиона. Нет, ты не хочешь приобрести этот предмет. Играй за кого-то другого. Да, наверное. Его пока нельзя купить. Давай. Китану выбирай. Выбирай Китану. Чуваки пишут. Просто Китану. Китана это вот. Это вот. Вот это. Ага. Китана. Так, ниндзюцу. Кабал Е, кабала не. Я, кстати, не умею играть за Скорпиона вообще. Так, с какой стороны? Я слева, я за Скорпиона играю, пацаны. Марина играет за Китану. Да, тот, кто все время получает люлей, это я, ребят. Да? Да? Слаб? На! На! Да, ногой себе. Я опасен, я опасен. Ты боишься меня? Ты боишься меня? Да не так, она не кидает. Вот, вот так. Ты же был как в фильме Стивена Сигала, реально такой. Во-во-во! И потом одним ударом все, привет. Квадратиком, квадратиком. Ты просто пытаешься, ты нажимаешь одну и ту же кнопку, пытаешься почему-то сделать другой прием. Ага. Понял. Марина, вверх, вниз, вверх, квадрат пишут. Подождите, не трогайте.
Давай. Квадрат. Тебе надо вниз вверх быстро делать. Вниз вверх квадрат. Вот так. Получилось. Ну да. Да что надо? Я умерла? Чуть-чуть умерла, да. Не надо. Ты сейчас, я знаю, что сделаешь. Я знаю, что ты сейчас сделаешь. Я знаю. Я... Синдел нет. Нет, Ноба Сайбота нет, пацаны. Синдел нет, Кабала нет, Ноба Сайбота нет. Можно попробовать сделать фаталити, да, но для этого надо его открыть. Открываются они не в этом месте. Сайрекса нет, Сектора нет, Кабала нет, Бараки нет. Нет, кстати, Барака... Барака, кстати, есть в сюжете. Дорогу. Это отстанет. Эй! Но зато тут есть куча других персонажей. Управляется как Антагонист или как в Лиге Справедливости. Я не играл в Лигу Справедливости. Или если вы имеете в виду Injustice, не уйдешь. Если вы имеете в виду Injustice, то Injustice это же полное говно. И управляется, но нет, похоже на Антагонист. По логике положения всего вот этого. Я тебе все сделаю. Я тебе линкое сделаю. Меня... Ну, извини, был же трек Сарекс и Сектора. Я не помню, где был трек Сарекс и Сектора. Финиш хен. Что я делаю, что я делаю? А, все. Скорпион wins. Да, пацаны, и что я хотел сказать, мы вот сейчас, в общем, доиграем тут дико, через какое-то время я повешу рецензию, вот, поэтому там, никуда не переключайтесь, идите на Gamebox, и, в общем, дико угорайте. Так, короче, пожелания по персонажам, пожалуйста, друзья. Пожалуйста, за Куанчи следующий. Только не Куанчи. Кстати, давай поиграем, знаешь, за кого? Ты за Кун Лао, а я за Лю Канга, который друг друга месит, помнишь? Это в шляпе, придурок. Вот это самый левый. Да, давай, а я уже... А вымер он, Куан. Бери бензопилу, короче говоря. Давай. Сейчас, да. Фокусы со шляпой, да? А я тебе фокусы с огнем буду показывать. И вот так мы будем друг друга развлекать до старости. Так. You think yourself superior. Сюжетка норм, не норм, но охенеть, честно говоря. В общем, я бы дождался рецензии, потому что сейчас мне не хочется отвлекаться на этот сюжет. Тебе это понравилось? Ты видел, что я делал? Нет, это я, моя. Вот, отведет меня, я себя найду. Я научусь делать его сюжет. Да. Питерский прием вниз вверх остался не у Лукина, а у Кун Лао. Ой. Ой, я что-то там тоже могу. Ты что-то можешь. Моя шапочка, это... вернись ко мне. Это шапочка ловушка, кстати, по-моему. Привет. Я тебе больно. Больно. На. Я да. Пока. Ой, фокус с шапочкой, да? На седьмом месте ключа в разделе GTA. Неплохо, кстати. То есть мы в трансляции по Mortal Kombat, в принципе, находимся в топ-10 трансляции. На! Подлость снять?
смотри, как я сейчас морду тебе насую. Подожди, морду. Сейчас я тебе морду насую. Я тебе сейчас, тебе. Дай морду, ты тебе бить. Да, все, так. Ну что же надо с тобой? А как фаталити делать? Погоди. Прием добивания. Ой-ой-ой, ангина. Вниз-вниз, назад, вперед-вперед. Так. О, бруталити. А, нет. Вниз-вниз, назад, вперед-вперед. Е! Неприятно, да? Неприятно. Не хочется больше как-то, да, играть? Давай-ка нового бойца. Пацаны. Так, ты вниз нажми. Пацаны, голосуем за нового. За нового героя. За кого играем? Насилие в семье. На-на-на-на-на. Насилие в семье. Подожди, нам еще не сказали, за кого мы хотим играть. Поэтому давай Кенши, Кейси Кейдж. Короче, я играю за Кейси Кейдж, а ты играешь за Кенши. Вот за этого. Слепого. Рутгер Хауэр. Кенши. Давай. Спецоперация совершенно. Поехали. Выбери любое, неважно. Возьмите, говорит, дебила посередине. Вот этот хороший. Хищник есть или в DLC? Сколько дней у вас при скопе игры? При скопе игры у меня 0 дней и 4 часа. Вот так я сказал. Ой, да ты не слепой, ты зрячий? Ты прям в нос прилетела, чувствуешь? А я вот так вот. Тан-дан-дан. А где монах? Не надо. Вот так будет. Да. Сейчас будем сабли вытаскивать. И все остальное делать. Не надо мной. Эй, хорош. Отошла от тебя? Вот нет, нет. Неприятно, да? Ты хочешь реалистичность в этой игре ничего? Так. Неприятно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Мама мия. Хорошо. Хорошо. Яйца. Были. Ну, раунд 2 без мини, смотри. Давай, погнали. Эй. А я без мини. Эй, харе. Сейчас, надо понять, что она вообще. Да, ничего. Нет, хватит. Да хватит, ты чё? Эй. Хоть Кенши и победил, но он даже не... Ты меня убила! Эй, слушай, ты как это? Ты набираешь... А кто это? Ты жопу мне набираешь, берёшь мне жопу! Подожди, ну сколько можно надирать мне жопу? Я хочу попрыгать. Я тоже, господа, запомните, даже если стоит качество сорс, то картинка все равно жмется, выглядит все не так, как на самом деле. Друзья, это давно надо было понять. Честно говоря, я не понимаю, как вы живете. Ну да, а зачем это? Ты блок ставь. Я тебя учил. Он монах. Гады сделать. Сделать мне гады? Отойди от меня. Не надо прыгать, чтобы не... Не, я тебя...
Привет. Я могла уже. Смотри, тоже а яйца отросли. Булки. И череп, да, выздоровел. Слушайте, насчет окружения. Можно отпрыгивать, например. Можно монаха бросить. Мы уже бросили монаха. Прыжками яйца не вернешь. Мама не ушла, да. Если видите слепого, помогите ему. А, так ты меня убил, что ли? Да. Твою мать, я хочу тебе сделать фаталити. Нет, знаешь, сиди, нажим. Короче. Сиди, сиди. Фаталити ты мне не можешь сделать. Знаешь, почему? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не могу сделать. Не можешь ты мне сделать фаталити. Давай. Так, монаха пропустил. Сейчас мы не ссать, короче. Сейчас мы вернемся к монаху. Кем играть, скажите лучше? Райдена. Хорошо, я буду играть за Райдена. А ты за ковбоя играй. Вон, вот там ниже. Лево, 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 лево. Стоя П. Это ковбой? Это ковбой. Я так понимаю, что мы его писали скакать на коне? Да, ты на коне сейчас будешь скакать, конечно. Наездницей будешь. Стрелок. Ковбоя и бабу-муху. Бабу-муху, окей, сколько раз. И бабу-муху, и того, что посередине. Хорошо. Забились, пацаны. Клинт Иствуд. Который на самом деле Эрон Блэк. Нет, подожди, я не готов чесать ничего. Ты сейчас меня убьешь, пока я руку буду тишу чесать. Я себе хочу. Я сейчас тебя электричество, понимаешь, взёрнул. Стрелять. Я хочу скакать на коне, которого у меня нет. Конец, коня. На. Вот я тебя надеюсь. Ногой, ногой. Ногой, ногой. Ногой, ногой. На, ногой. Подожди, ну подожди, я проверю, что я могу. А как я могу тебя спрыгнуть? Ну, нажми что-нибудь, и может быть, у тебя получится. Ну давай. Слушай, я не. Я ничего не могу. Ты одну кнопку тоже нажимаешь, удар ногой. Подожди. Фишка стрима, удар ногой. Пишет нам Русик 05. Может быть, кто-то из твоих знакомых. О, подожди, смотри. Это я тебя. Я не понял, как я это сделал, но я так это сделал. Неплохо. Ну, было красиво. Давай поменяемся. На, играй за Райдена. А ты знаешь, как Райден? Ага, отдай, подожди, я тебе, мой красненький сейчас может тебе что-то сделать. Подожди, а я не понял. Так, сейчас я сам пойму. Это я сделал вот. Так, я за ковбоя, пацаны. Ковбой теперь гомосексуалист. Ну, везде гомосексуалист. Я сегодня был на раннем старте продаж игры, и там, значит, был конкурс. Как? Вот, рассказывай. Я тебе, кстати, хотел рассказать историю. Значит, я был на раннем старте продаж сегодня. И там был конкурс косплея. Все было пятеро косплееров и шестой Саб-Зиро, который опоздал. Значит, был Скорпион, Милена, Китана, Соня, Джей, неплохо, дама была. Вот, Скорпион и Саб-Зиро, который пришел на 10 минут после окончания перестань. Слушай, это моя лица была. Ну извини, на, играй. Не надо. Соня, взялся? Нет. На, играй ковбоем. Я не хочу. Короче. Публику попросили поддержать, ну, типа, голосование, кто за кого громче орут, тот и, значит, конкурс косплей побеждает. В итоге громче всех орали за Скорпиона, а я полуголого дам. Я посмотрел на это и написал, что... Дамбли не в форме. Нет, дамбли в форме. Но я ж тебе хотел, Гагарин. Бум. Я.
Неприятно. Слушайте, почему вот только Валерий 666 меня не слышно, а остальные меня слышно? Чтобы убавить звук игры, мне надо выйти в главную линию. Не хочу. Я не понимаю. Что написано имя своего противника? А кто? Это ты меня убил все равно? Да? Попробуй. Ну, в общем, неумелых руках. Неумелые руки. Так. А, снежная буря, средняя. Вниз, назад, вперед, вниз, квадрат. Вниз, назад, вперед, вниз, квадрат. А, класс. Привет всем, Петр, реально голоса относительно игры погромче сделать. На самом деле, Валера, просто плохо слышно. Ладно. Псы. Сейчас мы сделаем. Подожди. Давай выйдем в главное меню. На, возьми. Ты. Настроечки. Аудио. Эффекты. Сделаем эффекты на 50. Окей? Вот так. На 50. Ты проголодалась? Нет? Нет. Надо заработать на еду. Вон спец старый выходит. Все, короче, мы сделали так лучше. Поехали. Два игрока. Игрок против игрока. Давай! Я тебя сейчас уничтожу. За кого играем, пацаны? За Феру Тора? А, так, я играю за Котелькана, а у нас до этого просили за насекомую бабу. Насекомая баба. Ты нажми кнопку изды сначала, да, а то я думаю, что происходит. А где она? Куда она пропала? Вот она. Давай. Дивора. На-на-на-на-на. Бог крови, бог войны, бог солнца. Будь за бога войны, играй с дрыном. Как ты дрын? Ты научилась пользоваться дрыном вроде бы. А, сейчас ты меня будешь бить. Да, я сейчас буду тебя бить. А как я на тебя? А ты меня будешь бить. Кстати, интересно, кто-нибудь замеряет, сколько раз меня убили в моем собственном доме? Все, я ничего. Ну, классика. Так, а как вообще играть? Во, так. На. Ты меня ранил, смотри. Да, ранил, неприятно. Ой. Скорпион против Саб-Зира. Не вопрос. Ну, отошел. Я не успела прыгнуть. Не надо прыгать. Ну так давай драться. Ой. Ты что-то пыталась сделать. Да хватит, да хватит. Нет, кстати, насчет X-Rayer, судя по всему, они одинаковые. Я как-то вот специально за этим не следил, но... Слушай, рентгенские удары же у всех одинаковые, ну, вне зависимости от стиля. Да, дорогой мой прокреор, я в курсе. Я не могу поправить, потому что Twitch глючное говно. Я даже стрим уже перезапустил ради этого. Но мне кажется, 359 человек не обламывается. Не хочу поговорить. Почему ты не хочешь поговорить? Потому что ты меня убиваешь. Да ты нажми что-нибудь, кроме треугольника. Заду, пожалуйста, к моему дитину. Твоему заду надо встать и присесть еще, да, ротом чтобы жалобу туда засунул. Я хочу вот так ходить. Рентген. Вот это мой любимый, да. Вот это. На. Нажми сюда. Вот так. Ой. Ну я умерла. Почему ты не умерла? Прием отбивания. Ты мой. Близко. Вниз, назад, вперед, квадрат. Угу. Вниз, назад, вперед, квадрат.
Ура! Иди в красавчик. Красавчик. Вот на моем фоне выигрышно выглядит. Красавчик. Нет, нет, я не из-за этого. Потому что... Почему? Ну, я считаю, что стоит попробовать поиграть с компьютером. С компьютером стоит попробовать? Да. А ты что, спать пойдешь? Ты же не дашь мне спокойно сейчас поработать. Ну, поиграем с компьютером. Так, за кого играем? Пацаны. Пацаны. И девчонки. Я хочу играть в твоего. За Фератору? Нет. Сыграйте за... Нет, давай сыграем за Скорпиона против Саб-Зиро. Кто-то просил. Саб-Зиро, окей, включаю. Нет, Хищника и Джейсона нет пока что. Котель только что был. Скорп и Зиро. Давай за Скорпиона играть. Да, он появится. Рецензию ночью выдержишь, уже вот сейчас выложу. Давай за Кана. Тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. За Скорпионом уже играли. Вот за этого. Угу. Он слабый какой. Ты думаешь? Нет, он очень хотел жить. Он очень хотел жить, и он тебе понравился, да. Онлайн? Да, чуть позже. Но я что-то не ценитель, кстати, онлайн. Я в файтинге люблю сидеть на одном диване, типа... Ой. Арена с несколькими уровнями обнаружена не было, ребят. Пашлю Филюшки нашел. Почему Пашлю Филюшки нашел, не ваше дело. Эй! Твою мать, ты мне разрезала ребра, сломала позвоночник и выкинула. Иди сюда. Вот иди сюда. На. Не убивай его, пожалуйста. Слышь, не убивай. Вот тебе нравится? Да. Можно так мужчинам тебе нравится? Я что там делаю? На! Зачем ты так сделал? Зачем, что я умею замораживать? Эй, да хватит! Что там обезьян? Захват-то есть? Есть, конечно, смотрите. Сейчас захвачу ее. Ты дыдынешь? Да. Это был захват. Подкаст на Дисгасте, если что, был выложен в субботу, и в среду будет выложен еще один подкаст. Что ты ставишь? Я спряталась, нет, да, как я вот, вот так вот делал, да. Я хочу тебя перепрыгнуть, ты меня задавил, не умирай, пожалуйста. Не надо, не надо. Эй, слушай, ты что-то освоил, короче, Кана я смотрел. Да. Ну сделай мне что-нибудь тогда. Я добрая. Я так понимаю, ты освоила Кана, да? Бруталити. Да, давайте попробуем бруталити. Но, по-моему, их надо все открывать, короче, т.д. и т.п. А скажите, пожалуйста, за кого нам играть? Не спим, Марина. Нажимаем. Молодец. Так, пацаны, за кого играем? За кого? За кого? За Джакса давайте поиграем. Мы не видим Джакса. За ящера. За ящера играла? Это его дочка, кстати. Давай? Вот. Нет. Нет? Папа против дочки давай. Нет, давай папа против дочки. Понимаешь, это некрасиво.
Будет ли внезапный Петр? Слушай, мы вот этим играли? Да, только что. Китана против Куанчи. Давай, короче, я за Куанчи, скажи, не молчи, а ты за рептилию. За рептилию. Ну ты этим уже играла. Давай за рептилию. А вот за такого. Вниз, 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 вниз. За такого сейчас поиграем. Чародей, чернокнижник, заклинатель. Ты ловко? А я клоун просто. Так, ну я на всякий случай, конечно, попробую еще раз заменить название трансляции, но, честно говоря, не верю я в это. Я запустил трансляцию, и вот у кого конь-то есть, понимаешь? Да нет, это так, это так. Я поняла. Погнали. Не, не кончится мои ядрышки, не кончится. Чтобы они кончились, я сейчас подойду и... И кончу их. Эй, эй, эй. Что-то сделал. Конечно. Ой. Не, слушай, я, кстати, такой, знаешь, это концерт. Я на тебя плюну. Не. Я такой говнарь с этого, из клуба «Релакс», знаешь, с концерта, на который ты любишь ходить. Ну, ну в клуб «Релакс», где выступают люди в таких площадках. Я была в таком. Конечно, ты там даже пела. Недавно, буквально вчера. Вот так. Скажи, не молчи, побеждай Куанчи. Скажи, не молчи. Куда роботов дели? Переплавили на говно. Куанчи кидает знания. Ну да. О, подожди. А что ты расслабился? Мы в Mortal Kombat играем. Эй, эй. Не загадь ты никого. Никого ты не загадь. Вот смотри, там фоном такой. Сразу сейчас. Даже что ты творишь, что ли? Что за херня? Я вижу. Ты вяжешь? Да. Привычное движение. Можно, пожалуйста, давай. Я хочу присесть. Тебе кидай. Ой. Ну ладно. Мне нужен отдых, я. Да? Эй, Вася. Ты подруга вообще. Давай, подходи. На, говно. На, говно. Говно. Давай, ты зеленая херота. Херобора, ты наш. Что ты мне сделал? Я тебе по башке вот так вот. Тюк, тюк. А ну-ка, отойди вот сейчас. Не, ни хрена. Не-не-не-не-не, я сейчас найду вас. Давай, давай, ой. Я не могу уже. Вот, это было неплохо. На, я. Что ты сделал, короче? Как ничего? Я за то, чтобы тебя отключить. Слушай, кстати, никогда не думал, что роботов так любят люди. Потому что я никогда не играл за роботов. Я любил играть за людей. Это был прикол. Прикольно, я она... На, пустил. Так, давай фаталити я тебе сделаю, чтобы тебе мало никто... Фатал! Как мы сегодня, знаешь, на работе. Фатал! Знаешь, Выхина классика, массаж, фатал. Игра ума, я далеко. Сразу. Убийство фракции. Бруталити. Пареберг. Называется бруталити. Так, вниз, назад, кружок, аж два. Вниз, тихо. Вниз, назад. Ой, вниз, назад, кружок, аж два. Вниз, назад, квадрат, говно. Кровь фонтана. Подождите, а что, я сделал что-то? Нет? Ну ладно. Поребрик. 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 О-о-о. Ну давай еще там как-то. Мы не за всех сыграли. Бруталис не работают на финиш-химе. А на чем они работают? Так, ну смотрите, давайте, за кого вы еще хотите, чтобы мы сыграли? Я думаю, у нас есть еще минут
15, потому что, ну, мы начали позже, Марин. Петербургская бруталица. А что это такое? Это за этого... Это реально Цой жив. Это Metal Gear, на самом деле. Ну, конечно, смотри, видишь, Цоя 2. Ты играл за такого уже? Чё за кого мы не играли? Саны. Рейден против Скорпа. А что это? Ермак против Кунг Лао. Подожди, смотри, здесь мнения разделились. Рейден против Скорпа. Ты за Скорпа играла? Группа Скорпионс. Бруталити выполняется как в Dead or Life, когда противник остался мало хп. Окей. Ну что, за кого играем, пацаны? Обезьяна. Я не знаю, где взять. Обезьяну. Обезьяна это кто? Гобота есть, гоботов нет. Все уже были по разу. Что такое? Я наблюдаю тенденцию, что Петр все чаще играет на PS4, а Xbox не привел. Дочка Джакса. Поребрик, наверное, как американский столик, где чуваку зубы об асфальт выломали. Наверное. Не можешь занимать. Пошли спать, короче. Давайте, пацаны, давайте по последнему. По предпоследнему. Саб-Зиро против гребаного Скорпиона. Давай. Саб-Зиро. Скорпион. Вот так. Поехали. My right balls a ball. Интересный у вас никнейм. Мне нравится шутник вместо фаталити, чтобы присесть 30. Не хочу. Подождите. Я в какой? В каком наряде? Да, ты меня. Слушайте, по поводу кнопки редактировать, гребаный капитан очевидность, сидел бы ты, короче. Я пробовал сделать это, наверное, 15 раз. Чтобы. Я сейчас могу тебе подойти и ударить. И даже ты запустил стрим, чтобы это исправить. Но нет. Ты видел, как она нога горит? Да хватит. Подожди, слушай, как у тебя получается сразу? Я вот за Саб-Зиро не могу. Потому что я такая клёвая, у меня всё получилось. Вот, блин. Угу. О, видала? Я Маугли. А мне просто здесь станочек, какое начало этой игры, оно как будто живая. Кто? Вот это вот игра. В смысле живая? Я не знаю, как это называется. Не пользуйся. Не пользуюсь? Нет, не пользуюсь. Это ты мне сейчас делаешь? Я смешно. Я в чем? Ты в синем. Вот я люблю прыгать. Давай, иди сюда, прыгай. У меня такой веселый. Иди сюда, иди попрыгай. Я не хочу. Ничего, есть огонь, а у меня так нет. На. Заколение. Какая светлая линия? Ай. Ну было, да, хорошо. Так. Слушай, я не могу. Я не умею замораживать из Саб-Зиро, как ты научился замораживаться. На, где то вверхе. Ты меня убил. Мама, меня фура убила. Опа. Да хватит. Любим? Маме, скажи, что я выколола тебя. Где, да, скажу, что... Мама, глаз выколола. На. Ты понимаешь, это я тебя буду инвалида. Долбана. Слушай, что с Саб-Зиро тут очень крутой стал. Саб-Зиро всегда очень крутой был. Ну и она крутая. Ты можешь меня убить, поэтому ты не убивай меня, пожалуйста. Ой. Меня убили. Да. С тобой случилось что? Меня убили. Так,
полный стоп. Вниз, назад, вперед, треугольник. Вниз, назад, вперед, треугольник. Yeah. Вот это хорошо. Ой-ой-ой. Класс, да? Вот это да. Слушай, ну вряд ли бы такой длинный язык торчал, потому что посмотреть, да, она совсем близко, ее даже можно потрогать пальчиком. Вот прям, да, вот. Да. Я, да, 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 неплохо, да. Ладно, чуваки, все, пора спать, пора писать рецензию. Игра отличная. Если вы ее не купили, то сделайте что-нибудь для того, чтобы, так сказать, решить этот вопрос. Мне она очень нравится. Я так понимаю, Логвинову она тоже очень понравилась. Вите она очень понравилась. Гоше Добродеву она понравилась. Всем она понравилась. Это лучше, чем Mortal Kombat 9. Пошел.